теперь примерно уже начинаю нащупывать половину хотя бы, какие обороты есть. Они не соблюдают ни меры, ни расстояния, ничего нет. И поэтому оно как в мешке сидит. Не дает мне там уже глина прочищена до конца. Сделано вплотную вообще. Обычно хоть небольшой слой глины какой-то вообще вплотную почти. Вот он уже почти вылез, никак не вылазит. Может выйдет? Какая-то железка, что-то надо. Подай. Потихоньку попробуй. С той стороны, вот сюда низ надо, низ. Чтобы за низ. Вот. Сбоку за низ, это слово отломится. Ты никуда не уходи, Василий, ты ушел. Да я выбросил сажу. Да не надо выносить, еще сажа будет. Еще по одной-то выносить. Ну тяжело. Ну, что ты выдумаешь, тяжело сажа. Пол ведра сажи. Да далеко тащить он. Не надо. Я под яру. Я знаю, что нет. Тащил. Любое беззаконие, семинаристы, академисты, патриархи умеют об... Ну ты же не учился, зачем тебе оправдываться? Если мне говорят, не суди, это значит, не трожь меня, отойди, а то плюну. Так и вот так же. На лаге печку. Подожди, подожди. Сам на лаге поставили печку. Я говорю, на лаге печку поставили. А пол вот так вот дугой прогнулся. Вот. Ну вот так вот ушел. На лагах стоит, все провалилось. Ну, теперь что говорить? Ты хозяин теперь. Теперь надо управлять. Управляй. О, тащи сюда тазик. Ванну эту длинную. Пробились. Давай. Как это? Плюху сюда принеси. Вот теперь. Это кирпич. Так это у меня что? Это кирпич. А где это было? Вон оно было. А вот клюка. Вот это кирпич его вытащил. Дай-ка сюда клюку. Они никакие правила не соблюдали ничего. Он огонь, дым идет и захлестывает его. Ну, самодельно, просто думал, мужик. Может, что-то будет. Их заложены эти. Железки, то зачем заложено? Ну, от фонаря все поставлено. А? От фонаря все поставлено. По незнанию дела. А теперь, по крайней мере, знать будешь, где чистить. Теперь оттуда надо вытащить. Иди там вытаскивай с той стороны. С той стороны. Там, там где камушки лежат, покажи ему. А здесь мы сейчас сразу заставляем обратно. Куда нет? Ну оттуда, вот, оттуда, оттуда. Рукой залазь надо. Рукой. Так, где глина на это? Вот она. Давай сюда. Тащи. Давай. Так, это мы от этой стороны копали. С этой... Ну, сверху замажет он. Кирпич надо смазывать. Это... Смачивать? Мочить. Ну, у него ничего нету, ладно. Теперь надо молоток.
Сейчас. Сейчас. Вот теперь надо его маленько хотя бы наклонить, чтобы видно было. И вот сюда вот заткнем. Все. Теперь этот надо. Он оттуда выгребает. До конца выгребай. Дальше я не знаю, покуда идет. Мы половину этой копеечки разобрали. А дальше. Так, водички хоть чуть-чуть есть маленькие. Они хотя бы в кружке, как угодно. Вон в этой вот, в кастрюле. Да это горячая же. Да это у тебя полно. Вот сюда вот. Принеси вот это. Вот все, облей. Лей, лей. Так, это тоже. Все. Вот эту стенку тоже маленько. Все. Это даже удобнее бутылки-то. Так, где это раствор? Сейчас. Это можем мы закрывать. А теперь кирпич тот раскололи, который из деревни от нас привезли из города. Принеси красный кирпич. Маленько больше половинки. А это он вляпает все тут. Давай-ка сюда. Че? Воды. А сюда еще полей. Помочить надо кирпич? На это, плесни в бутылке. Хорош. Нет. Вот это надо только. Аккумулятор садится 3 минуты. Другую возьму. Все. С этой стороны. Сейчас только еще вот этот обратно маленько вытащить надо. Что, до конца снимать или выключать? Ну, сейчас закончится. Там другой. Он тащит его туда. Она сохраняет это, она это? Да. Все. Вот этот вот как раз надо маленько вытащить еще. А ну-ка. Ну сюда кирпичики сейчас вставить. Вполне подойдет. Так, мой молоток тут где-то был. Погляди-ка. Пусть Василий сейчас готовит дрова. Дальше мы не знаем, что будет. Может быть, там не так и много, которые не открыли внизу. Мы не знаем, где. Почищать сверху мы не можем. Давай-ка сюда. Он замажет потом сам как следует, что заштукатурит. Здесь вот щель надо, да. Тут тяга будет. Все. Вот здесь тоже вот. Да. И что-то там встречается. Ну ладно. Так, теперь вот это надо хорошо-хорошо замазать. И чтобы она торчала немножко. Вот лишнее. Лишнее. Ну, дальше он сделает сам. Здесь сквозная тоже. Все, Сережа, лучше сейчас сюда. Больше не надо.